Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертоглу «Турецкие узоры». Добро пожаловать! В сегодняшнем видео хочу показать вам, как я вязала вот такие вот тапочки тунисским вязанием, полностью связанные тунисом. Значит, впереди сделала такую вот вышивку в виде пчелы. Когда тапочек уже был закончен, вот здесь вот крючком немножечко украсила, сделала вот воздушными петельками вот такую вот еще обвязку. Буду вязать крючком на размер 37-38, они у меня вышли. Буду вязать крючком номер 3, потому что я вяжу плотно, поэтому я в этот раз взяла крючок номер 3. Опять же, если вы размер у вас будет меньше, или вы ножка узенькая, ориентируйтесь по своей плотности вязания, советую взять крючок номер 2,5, если вот размер меньше, допустим. Верхнюю часть буду обвязку делать на спицах номер 2,5. Пряжа у меня в 100 граммах 240 метров, это акрил турецкий. Из 100 грамм вот у меня остался вот такой вот моточек всего лишь. Так, что еще здесь? Это у меня был такой образец, вначале я его вязала. Вообще-то давайте я померю по вот этой вот, которую я сегодня отвязала. Сейчас я замерю. Я в процессе вязания детали сами замеряла ширину, высоту. Сейчас я вот в готовом виде полностью его замерю от начала до конца. От начала до конца 23 сантиметра у меня получилось. Но опять же, растягивается. Не сильно, но растягивается. Поэтому, значит, вот так. Еще что хотела сказать. Значит, можно связать... Кто не дружит с тунисским крючком, можно связать это все спицами, платочной вязкой. Все лицевыми, например, да, платочной вязкой. Связать по такому же самому методу. Вот я провязала одну сторону, петли уменьшила, убавила, потом прибавила частичным вязанием. Убавление петель у нас будет, потом провязала мысок и точно так же убавила, потом прибавила петли и эту сторону, и перешли на подошву. Так что я пробовала вначале вязать спицами, но потом что-то я переключилась и решила связать тунисским вязанием, хотя у меня половина тапочка лежит спицами связанная. Все вот это вот получается. Вот сразу вам изнанку вот выведу, изнанку, такая вот изнанка. Значит, ну, вроде бы все основное сказала. Спицы, пряжа. По поводу схемы. Схему сейчас выведу на экран. Можете заскриншотить ее. Ну что, переходим к вязанию. Переходим к вязанию. Значит, я сейчас буду вязать правый тапочек. У меня сотый рисунок будет только с одной, с внешней стороны. Эту сторону я оставила однотонным цветом. Можете сделать с двух сторон, это уже по желанию. Я буду вязать только с одной стороны, поэтому сейчас свяжу сначала правый. Левый вяжется точно так же. Единственное, что узор этот сотый перенесем на эту сторону. Значит, уберу его. Вязать я буду сейчас вот по такой схеме. Наберу 23 петельки. Провяжу 31 ряд и начну делать убавки. Опять же, ориентируйтесь по своей плотности вязания, по длине, по ширине ноги. Может быть, вам 29 рядов будет достаточно, или же 32. Я вяжу очень плотно, поэтому я провяжу 31 ряд, на 32 начну делать убавки. Можете заскриншотить вот такую вот схему. В оригинале схема была, вот этот вот кружочек был, 1, 2, 3, 4. Я уменьшила на один ряд. У меня всего лишь 4 клеточки в высоту, а в оригинале было 5 клеточек. Но так как у меня тунисское вязание, они получились сильно вот немножко вытянутые, поэтому я один ряд убрала. Значит, что мы сейчас делаем? Обычным способом крючок номер 3, как я уже говорила. Набираю 23 петли. Раз, два, три. Цепочку набираю из 23 петель. Набираем цепочку.
Набрала цепочку, теперь в каждое звено ввожу крючок и набираю петельку. Это для тех, кто вяжет первый раз. Я показываю с самого начала, но опять же буду стараться не растягивать сильно видео. По одной так набираем петельки до конца ряда. И последняя петелька. Вытащили. Теперь захватываю ниточку и по 2 петельки возвращаюсь с начала ряда. Можно один раз и второй раз так вяжут, но я сразу по 2 петельки возвращаюсь в начало. Захватываю 2 раза, провязывают. Я особой разницы не вижу в этом. Так, по 2 петельки идем в начало ряда. Вернулись, это у нас будет первый ряд. Узор буду начинать вязать, получается, со второго ряда. Значит, сейчас вот такие вот у меня коричневый, среднекоричневый цвет. Начну вязать соты. Первые 3 петельки провяжу желтым цветом. Считаю самую первую. 1, 2, 3. Теперь 3 коричневых. В этом ряду будем чередовать 3 желтых, 3 коричневых, 3 желтых, 3 коричневых. Ну и в конце ряда уже как там получится. Раз, два, три. Берем желтый цвет. Опять 3 желтых. Раз, два, три. 3 коричневых. Так идем до конца ряда. Раз, два. 3. Два, три. Так что у нас там в конце остается 2 коричневые, должно остаться вместе с кромочной. Так. Раз, два. 3. Какая последняя у меня ниточка, предпоследняя петелька, каким цветом получается, таким цветом я провязываю кромочную петельку. Вот у нас 3 коричневых, 3 желтых. Что у нас здесь осталось? Получается 1 коричневая, и последнюю тоже провяжу коричневой. Я здесь ввожу крючок под 2 дужки. Вот первый ряд надо не затягивать. Вытянула петельку, захватываю ниточку и возвращаюсь обратно. Коричневый над коричневым, желтый над желтым. Все, идем в начало ряда или в конец ряда. Ну, в начало, наверное. По 3, по 3. Вернулась в начало ряда. Смотрите, у нас сейчас, например, второй ряд. Я смотрю в схему, да. Второй ряд у нас будет начинаться вот здесь 2 петельки. Я сразу, когда заканчиваю этот ряд, сразу кромочную провяжу коричневым. Так будет легче потом. Нужно провязать желтое, я проведу коричневым сразу, потому что следующий ряд начинается 3 коричневых. Первая у меня уже на спице. Ну, это по схеме я так нарисовала. Раз, два, три коричневых, 3 желтых. Теперь над желтым мы вяжем коричневым, над коричневым желтым. Так, вяжем до конца ряда. 3 желтым. 3 коричневым опять. Сейчас я провяжу вместе с вами несколько рядов. Первый мотив, так сказать. А потом уже там будет понятно все в шахматном порядке. Эти соты идут.
Над желтым 3 коричневым вяжем, над коричневым 3 желтым. Последние у нас петельки получаются 2 желтым. Провязываем. Последнюю под ведушки ввожу. Захватила ниточку, вытащила. Захватываю ниточку и по 2 петельки возвращаюсь в начало ряда. Опять же, желтый над желтым, коричневый над коричневым. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. Следующий ряд. Первая на спице, одна коричневая, 5 петель желтым. Раз, два. Здесь ниточку буду перебрасывать. Перебросила 3. 4, 5, 1 коричневая и 5 желтых. Так будем чередовать до конца ряда. 5 желтых, 1 коричневая. Значит, смотрите, вот 3 коричневых было, посередине мы провязываем 1 коричневую. 5 желтых, 1 коричневая, 5 желтых, 1 коричневая. Так идем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. 5 желтых, 1 коричневая. Довяжем так до конца ряда и вернемся в начало ряда. Пришли в начало ряда. Теперь это какой у нас получается? 1, 2, 3. Если по сотам считать, 4-й ряд узора у нас сейчас будет. Мы его провязываем точно так же. Все вяжем по узору. 1 коричневая, 5 желтых. 1 коричневая, 5 желтых. Ничего не меняем. Все вяжем по узору опять и возвращаемся в начало ряда. В следующем ряду будем изменять немножечко. 5-й ряд узора. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, опять мы будем вязать над коричневым 3 коричневым, 3 желтым, 3 коричневым, 3 желтым. Первая петелька на спице. 1, 2, 3 коричневым, 3 желтым. Три коричневым, 3 желтым. Так идем до конца ряда. Три коричневым, 3 желтым, 3 коричневым, 3 желтым. Вяжем до конца ряда и возвращаемся обратно. 6-й ряд узора. Первые 3 петли желтым цветом. Три коричневым. Три желтым. Три коричневым. И так будем вязать до конца ряда. Закрываем, формируем соту, закрываем вот этот вот ромбик наш. Все, так идем до конца ряда. Три желтым, три коричневым, три желтым, три коричневым. Довязываем, возвращаемся в начало ряда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Провязала 6 рядов узора. Первый мотив, как я его называю, готов. Сейчас будем формировать новую соту в шахматном порядке. Одна здесь, одна между ними, вот, между двумя, а один ромбик будем формировать. Значит, что мы дальше делаем? Так, теперь над тремя коричневыми будем провязывать 1 коричневую. Первые 4 петельки провяжу желтым цветом. Раз, два, 3, 4, 1 коричневая, 5 желтым.
Раз, два, три, четыре, пять, одна коричневая. И опять 5 желтым. И опять потом одна коричневая. Раз, два, три, четыре, пять, одна коричневая. Вот, все. Дальше мы будем повторять точно так же, как мы вязали вот с самого первого ряда. Второй ряд. Опять мы будем вязать 5 желтых, потом закроем опять по 3 посередине желтым. Все. Далее будет опять повтор. И так будем чередовать. Так, что у нас здесь в конце? Ой, одну петельку упустила, смотрите. Одну коричневую провязала, 5 желтым. Раз, два, три, четыре, пять. И остается одна петелька кромочная. Ну, я ее провяжу, конечно, тоже желтым. Она у нас потом уйдет в обвязку, поэтому ее видно не будет. Так, все, провязали. Возвращаемся обратно. Так, вернулись с начала ряда. Следующий ряд точно так же. Смотрите, опять мы вяжем 1 коричневая, 5 желтым. 1 коричневая, 5 желтым. Все вяжем по узору. Возвращаемся обратно в начало ряда. И что у нас? Смотрим на нижний ряд, который мы провязывали. У нас 3 желтым, 3 коричневым. 3 желтым, 3 коричневым. Все, далее меняем местами. Вот, ориентируемся по первому провязанному ряду. Второй мы уже вывязали начало. Или же вот по схеме. Значит, поэтому я, конечно, все 30 рядов провязывать не буду. Вот, начало с вами провязала. Что сейчас сделаем? Надеюсь, справитесь. Это совсем не сложно. Смотрите. Теперь, сейчас мы это все вяжем, вяжем, вяжем. Я провяжу 31 ряд. К вам вернусь и с 32 начну по 2, по 2, по 2 буду убавлять. Вяжем, встречаемся. Провязала я 31 ряд. Сейчас на 32 ряду буду делать убавки, начну делать. Значит, что у меня здесь получилось? Давайте я замерю в сантиметрах это все. Так, длина, как всегда, это все у меня закручивается. Ну вот смотрите, 14 сантиметров почти. Почти 14 и в ширину 8. Да, 13,5. Значит, теперь далее продолжаем вязать по узору. И в конце ряда будем не довязывать по 2 петельки. Так, что у меня здесь по узору? Раз, желтым цветом вяжем. Это у меня 32 ряд. 3, 4 желтых. 1 коричневая. 5 желтых. 5, 1 коричневая. Так, вяжем до конца ряда. 5 желтых, 1 коричневая. Продолжаем наш узор вязать.
два, три. Две последних оставляю. Четыре провязала. Раз. И захватили. Возвращаюсь обратно. Вяжем все по узору. Такая вот у нас зубчики будут получаться. Идем в начало ряда. Так, следующий ряд. Опять вяжем все по узору. Опять у нас одна коричневая, 5 желтых. И опять в конце оставим 2 петельки и вернемся обратно. Так буду я уменьшать, пока у меня на спице не останется 5 петель. Ну, если у вас, например, было 24 петли, тогда можете 6 оставить. Ой, что это я? Так, 2 у нас было коричневых, вот 2 желтых оставляю. Довязала, 2 желтых оставляю, возвращаюсь. Возвращаемся в начало ряда. Так, следующий ряд. Раз, два, три желтым, 3 коричневым. Вяжем все по узору и в конце убавляем по 2 петли. Три желтым, 3 коричневым, 3 желтым, 3 коричневым. Что у нас здесь? Раз, два, три. 2 коричневых, 2 желтых, 2 желтых. Так, провязываем. Раз, два. Оставляем. Захватили. И возвращаемся обратно. Такие вот зубчики. Идем в начало ряда. Ой. Крючок у меня скрипит, я плотно вяжу. Посоветовали здесь турецкие коллеги. Сказали, возьмите крючком и поводите по волосам. Я, конечно, не пробовала это делать. Не знаю, я такого еще не слышала. Наверное, помогает, чтобы не скрипел. Так, что у нас теперь дальше? Теперь опять 3 желтых, 3 коричневых будем вязать. Значит, что у нас здесь? 3 коричневых, 3 желтых. Здесь у нас будет коричневая. Надо было протянуть. Ну, 2 коричневых, 3 желтых. Раз. Два, три, опять 3 коричневых, раз, два, три, 3 желтых, так, и 3 коричневых, раз, два. 3. 2 петельки оставляю. И возвращаюсь обратно. Значит, вяжем, уменьшаем по 2 петельки.
дойдем, пока не останется 5 петель, встретимся и продолжим вязать дальше. Так, у меня сейчас сколько, 6-7 петель на этом ряду буду продолжать. Решила последние петельки тоже отснять. Значит, 2. Вот тут у нас коричневый цвет идет. Средний мы провязали, закрыли кубик. Это уже последние 2 ряда у нас идет. Что мы здесь дальше сделаем? Можно, конечно, закрыть дальше, продолжить коричневым, но я закрою желтым. Рисунок, чтобы не нарушался, закрою желтым и возвращаюсь обратно. Так, это у нас 7 петель и еще один раз 5 петелек, и на этом убавки будут закончены. Так, раз. Все провяжем желтым цветом этот ряд. Раз, одна на спице. 2, 3, 4, 5. 2 петли у меня остается, желтая и коричневая. Все, возвращаюсь обратно. 2, 3, 4, 5. Так, теперь коричневый цвет мне больше не нужен. Я его отрежу. Видали, у меня даже ножницы с пчелами. В том году меня покусали пчелы, так я решила в этом году их вывязать. Смотрите, что у меня на изнанке. Вот такое вот у меня по изнанке получилось. Так, продолжаем дальше. Эту нитку отрезали. Теперь все вот эти вот петельки сейчас будем собирать. Далее я буду вязать все желтым цветом. Пчелку эту мы потом вышьем, хотя я на экран, как я уже говорила, выведу разных пчел, можно и вывязывать, и сверху потом по полотну просто крестиками вывязать, но самая быстрая вот ниточкой взад вперед и готовая пчела. Это самый легкий вариант, поэтому в конце, когда провяжем верхнюю часть следочка, я быстренько покажу, как я это вывязывала, вышивала. Значит, теперь собираем все петельки. У меня было 23 петли. Набираем их все на спицу. Так, первые. Раз, два, три, четыре. Так, что у нас здесь? 5. Я буду все поднимать за одну дужку. За переднюю вот стенку все петли. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, понятно, да? Поднимаем все их до конца. 18, 19, идем до конца. Последние 2. Последнюю петельку по 2 дужки вытянула. Все, теперь возвращаемся обратно. Пересчитаем петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Возвращаюсь обратно точно так же по 2 петельки. Захватываем. Идем обратно. Так, собрали все петли. Теперь
Первые 5 петель провязываем 1 на спице, 2, 3, 4, 5 провязали. Возвращаемся обратно. Следующий ряд. Сейчас будем по 2 петельки добирать. Значит, увеличивать будем этот ряд. Так, 5 петель опять провязываем. 3, 4, 5. 2 петельки. Раз. 2. Возвращаемся обратно. Так, теперь у нас здесь 7. Провязываем опять 7 петель и 2 добираем. 3, 4, 5, 6, 7. Одну добрали и вторую. Захватили ниточку и возвращаемся в начало ряда. Так, с этим вроде бы разобрались. Значит, сейчас идем. Набрали 2 петельки, вернулись обратно, опять провязали, опять 2 петельки добрали. Итак, доберем все наши 23 петли. И потом будем вязать дальше. Так, еще раз. Там уже сами доберете. Так, 2, 4, 6, 8, 9. Добираем 2. Добрали. И возвращаемся. Получается. Значит, доберем сейчас все петли и встретимся. Вяжем. Довязала до конца. Осталось у меня последние 2 петельки добрать. Добираем их. 1 и 2. Все, петельки все набрала. Теперь смотрите, я для удобства, потом, чтобы удобно было мысок на подошву просчитывать. Вот у нас был первый наборный ряд, вот он. Когда петли набрали, провязали, я отделяю маркерами, чтобы потом все было одинаково просчитать. Так, теперь набрали все петли, все, закончилось. Среднюю часть я буду вязать ровно, без добавок, без убавок. Значит, возвращаемся теперь обратно. Возвращаемся обратно. Идем в начало ряда. Так, поставить сюда тоже себе. Я когда провяжу, потом все пересчитываю, чтобы везде все совпадало. Так, вот этот вот ряд. Все петельки пересчитываю. Так, пришли в начало ряда. Дальше я провяжу 7 рядов ровно, без убавок, без добавок. Единственное, что я сделаю, через один ряд, вот здесь в конце ряда, буду не довязывать по одной петельке. Для чего это я сделаю? Чтобы вот эта вот часть не была сильно широкой, чтобы это немножечко вот тоже закруглилось, а повернулось сюда. Можно этого, конечно, не делать, но тогда просто у нас середина здесь будет широка. Поэтому по одной, в одном ряду одну петельку не довяжу. Следующий ряд эту петельку доберу, провяжу. В следующем ряду опять ее не довяжу.
И так вот буду чередовать. Угу. Так, значит, сейчас этот ряд провяжу без изменений. А в следующем ряду вот так вот одну петельку не довяжу и вернусь обратно. Потом провяжу полностью нормальный ряд, потом опять одну оставлю. Значит, этот ряд. Ах, одела маркер, а теперь я здесь не подлезу. Возвращаемся обратно. Так, провяжу 7 рядов, а потом что я буду делать? Потом опять также буду вывязывать вот этот вот клин. Будем убавлять и прибавлять обратно. Среднюю часть сделаю ровно. Так, вяжем 7 рядов. Так, провязываю я вот последние ряды, 7 рядов без всяких изменений. Единственное, что вверху, как я говорила, я через ряд оставляю вот последняя петелька крайняя, я ее не провязываю. Возвращаюсь обратно, а в следующем ряду я ее провяжу. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда, опять вяжем все ровно и последнюю петельку доберем ее, провяжем. Провяжу 7 рядов, сейчас начну убавлять. Также по 2 петельки буду убавлять, точно так же, как мы делали с этой стороны, буду теперь делать с этой стороны. Так, что у нас здесь? Дошла до конца. Провязала. И вот ту петельку, которую мы не довязывали, провязываем ее. Набрали все. Возвращаемся сейчас в начало ряда. Теперь смотрите, я все отмечаю. Значит, вот это вот я отметила, у нас был наборный ряд, когда мы закончили делать прибавки. Этот ряд я его отметила. После него мы провязали один ряд ровно. Далее считаем раз с этим ровным рядом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас последний 7-й ряд. Опять мы провязали его ровно. Значит, между вот этим вот наборным последним рядом, который мы набирали, я серединку провязала ровных 7 рядов. И теперь буду опять убавлять и прибавлять. Что у нас получилось здесь? Вот я по одной петельке не довязывала. Видите, он так немножечко закруглилось. Немножечко совсем. Теперь возвращаемся обратно. И со следующего ряда будем не довязывать по 2 петельки. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда и опять вяжем. Возвращаемся опять, идем обратно. Первый ряд с убавками сейчас будет. Точно так же по 2 петельки оставляем. И будем вывязывать еще один клин. Так, что у нас здесь? Раз, два. 2 петельки оставила. Захватили. И возвращаемся обратно. Идем в начало ряда. Все, мы тут все вяжем однотонным цветом. У нас никаких изменений нет. Единственное, в следующей, в левом следочке, там
эта сторона будет у нас узором идти, поэтому там уже будем вязать по-другому. Ну, в принципе, точно так же, как здесь мы заканчивали, только будем с этой стороны. Ну, ту сторону я немножко пробегусь по ней, отсниму тоже. Так, возвращаемся. И опять пошли заново. Что так потемнело? Гроза надвигается у нас опять. Два дня лета было, и все. Вчера 25 градусов, сегодня 10. Ну и погода. А я и повяжу, и про погоду расскажу. Так, девочки, что дальше? Две оставили, опять оставляем две петельки. По две, по две. Дойдем, пока у нас не будет 5 петель. Так, вот. Две здесь было. Эту провязали. Еще две оставили. Захватили ниточку. Еще раз захватили. И возвращаемся обратно. Все, сейчас вот такими вот зубчиками-зубчиками будем убавлять. По две петельки, дойдем до 5, потом эти все петли соберем, провяжем их и потом начнем делать прибавки. Понятно, думаю. Сейчас что мы делаем? По две петельки убавляем, пока не останется у нас 5 петель на спице. Так, заканчиваю я убавлять петельки, что у меня здесь осталось, 4, 5, последняя вот убавка, оставляю 2 петельки, 5 петель, возвращаюсь обратно, ой, 3, 4, 5, 2 оставила, дальше что буду делать? Все петельки вот эти вот убавленные, все набираю на свой крючок. Все 23 петли все наберем обратно и провяжем. По одной набираем так. И последнее добираем. Последние две петельки. Кромочная. Так, теперь возвращаемся обратно. И со следующего ряда будем... Обратный процесс пойдет. Будем прибавлять. Здесь мы убавляли, а со следующего ряда будем прибавлять. Сейчас возвращаемся. В начало ряда идем. Пришли в начало ряда, первые 5 петель провязываю. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаюсь обратно. Вернулась обратно, опять провязываю и добираю 2 петельки. 5 петель провязала и 2 добавила. Так, теперь добавляю. 1 и 2. И опять возвращаемся в начало ряда. Раз, два, три. Просчитываем каждый ряд, чтобы нигде не пропустить ни одной петельки. 4, 5, 6, 7. Добавляю 2. 1, 2. Добавили, вернулись обратно.
И так все ряды, пока не наберем все 23 петли. Набираем по 2, по 2. Опять я наборный ряд себе отметила. Ну, так потом мне проще. Вроде бы не первые вяжу, а все равно. Так, еще раз провязали. 2 добрали и возвращаемся обратно. Все. Скрип как ужасный. Набираем все петельки. Так, что у меня здесь осталось? Последние 2 петельки добираю. И на этом будет все. Дальше что мы будем делать? Добрали последнюю петельку, возвращаемся обратно, провязываем все петли. И остальное, все вот эту вот часть будем вязать все ровными рядами. Провяжем такое же самое количество рядов, как мы вязали вот с этой вот стороны. Вот я на 32 ряду начала делать убавки. Провяжу точно такое же количество рядов. Если у вас рядов было больше или меньше, то, ну, соответственно, сколько вы провязали рядов, столько и провяжем. Значит, возвращаемся обратно. Сейчас я опять поставлю себе маркер, чтобы потом можно было все это перепроверить, опять пересчитать. Единственное, что хотела сказать, если вы, например, вяжете очень плотно, ну, очень плотно, туго, вот здесь у нас двойная нить шла, и все равно эта сторона получилась вот более объемная такая, вот сказать. А здесь одна ниточка у нас идет, и вязание более стянутое, ну, как более плотное такое. Поэтому сильно туго здесь эту сторону не вяжите, чтобы не было разницы в ширине, в плотности. Ну, в плотности так разница немножко будет, а чтобы в ширине, в длине не получилось большой разницы. Поэтому свободно вяжите, в общем, вот эту вот сторону. Вот это вот хотела сказать. Я вяжу сама плотно, поэтому стараюсь теперь эту сторону вязать посвободнее. Так, ну все. Теперь дальше 23 петли и идем. Поехали. Вяжем нужное количество нам рядов. Я люблю по 3 раза повторить одно и то же. Так, пока я не забыла, сейчас отмечу сразу себе. Это был у меня наборный, не наборный ряд, а конец ряда. Закончила я. В общем, где начинала, где заканчивала, все поотмечала. Все, довяжем сейчас до конца, встретимся, вышьем пчелку, по-быстренькому покажу, как я ее вышивала. Перейдем на подошву, что вам замерить. Давайте, высоту я, ширину я мерила. Давайте я вам замерю вот от одного клинышка до второго клинышка, вот эту вот ширину на мыске, что у меня получилось. Ну так, для сведения пусть будет. 11 сантиметров, как видите, вот от одной убавок-прибавок и до второй у меня получилось, да, ну, даже не 11, а чуть больше. Ну, так, ориентировочно для информации замерила. Так, провязываем, довязываем до конца, встречаемся и продолжим дальше. Закончила я вязать нужное мне количество рядов. Последний ряд петельки закрою обычным способом, по 2 петельки протягиваю ниточку, закрываю. Что у нас дальше? Сейчас мы его
замеряем по длине, что у нас получилось. Так, я сразу карандашом набросала приблизительно, что я буду вышивать. Нашла середину, вот. Подошва у меня будет на 10 петлях, но я начну с 6, потом добавлю по 2 петельки, так она покрасивше будет выглядеть. Так, вот смотрите, где у нас тут сложить это все правильно надо. Все отсвечивает, ничего не вижу. Так, сейчас я вас буду измерять. Ну, смотрите, 22 сантиметра, если от мыска и до конца еще пятка кусочек добавится, еще на растяжку немножечко пустить, то низ хуже тянется, чем спицами вязания. Значит, теперь что мы делаем? Вот такое вот дело получилось. Вот. Теперь беру я черную, белую и темно-желтую. Я взяла нитку, ну, чтобы немножечко желтый цвет отличался от основного. Так, закреплю сейчас все. Значит, что я сделала? Снизу отсчитала 10 клеточек, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, 10, 11, чтобы она не сильно высоко была. Нитку сзади закрепили. Так, сейчас мы вышьем ей голову сначала. Да, вот обычным полукрестом голову вышьем. Это даже не полукрест. Ну да, полукрест, наверное. Так, раз. Вышим голову, потом туловище и крылышки. Так, теперь поехали дальше. Давайте сейчас сразу вот эти усики вышим, антенны. Ну, вот так вот по картинке можно смотреть. Вышивка пчелы, их в интернете полно, поэтому здесь никаких сложности нет. Так, что мы здесь сделаем? Да, вот так вот. Так, это вышили ей усы. Теперь здесь еще полосочку проложим. Так, что у нас тут дальше? Так, вот так дошьем голову. По
пока еще ничего не понятно, но так, и вот тут вот один стежок перекрыть. Так, теперь нитку я оставлю. Потом, если что нужно будет, подкорректируем. Теперь возьму желтую, буду полоску желтой вышивать, полоску черной, полоску желтой, полоску черной. Закрепили и второе крылышко. Вот так, типа такого. Немножко страшненько получилось, но я там нитки у меня запутались. Все равно сейчас ее аккуратненько, сидя на диване, переделаю ее. Это так, основы, как я делала. Главное, чтобы напоминала пчелу. Вы видите, что я тут запутала нитку. Так, дошиваем крыло. И что мы дальше делаем? Берем нитки и переходим к пятке. Ой, к пятке, господи, к подошве. Совсем я сегодня уже зарапортовалась. Да, я закреплю потом все. Так, теперь. Вот, немножечко страшненько, но ничего, переделаю сейчас. Ну, бывает. Эта красавица, смотрите, какая. Ну, а это немного закосило. Ну, тоже без камеры вышивала, это на камеру. Так, где мои нитки? Теперь нашли мы середину. Подошву. Вяжем подошву, начну 6 петель, как я уже сказала, и добавлю сразу по одной петельке с каждой стороны. Так. Набираю петли. Раз, два, три, четыре. 5, 6, набрала 6, возвращаюсь обратно, так, теперь в следующую ввожу крючок, вытягиваю петельку сюда, наизнанку. Теперь смотрите, вот первая на спице, вторая вот между ними. Эту петельку, она будет добавочная, я ее провяжу. Два, три, четыре. 5, 6, 7 и одну добавляем в
Вот две душки. Одну добавила. 8 петель. И в следующем ряду точно так же добавлю по одной. Будет 10 петель. И на 10 петлях буду продолжать вязать. Вытащила наизнанку. Вот она. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Все, добавили петельки, возвращаемся обратно. Так, теперь вот эта вот петелька, которую мы добавляли, вот она здесь у нас стоит, вот такая вот. Я их две вместе провяжу, крепче будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, последняя. Мы ее берем вот за две дужки, провязываю. Теперь следующую ввожу крючок, вытягиваю и протягиваю его через 10-ю последнюю петлю. Вытягиваю петлю, протянула. Я так делаю. Опять захватила и возвращаюсь в начало ряда. Все, так провяжем сейчас всю подошву до пятой. Точно так же будем вязать пятку. Ну и там к вам вернусь. Немножечко вверху пятку потом будем. Пару петелек нужно будет сократить. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятую провязываю. Да что ж, я ее захватить не могу. Десятая. По две дужки ввела крючок. Вытянула петельку. И протянула через десятую. Подтянула, захватываю и вяжу. По две возвращаюсь обратно. Почему начинала с 6 петель, чтобы немножечко вот это вот закруглялось. Постепенно добавили по одной петельке, там через два ряда. Так, с изнанки. Кто вяжет с лицевой стороны, можете вязать с лицевой. Я с лицевой стороны вытягиваю петли, в этот раз решила на изнанку выводить последнюю петельку. Так, подтянули. Раз. Два, еще раз, три, четыре,
5, 6, 7, 8, 9, последняя, 10-я, по 2 дужки. Возвращаемся обратно. Что у нас получается? Вот такая вот пятка получается. О, пятка-подошва. Что я постоянно их путаю, местами меняю? Пятка-подошва. Вяжу подошву, думаю, за пятку, наверное. Так, все, пришли в начало ряда. И так далее. Продолжаем. Опять мы ее вытягиваем наизнанку. Провязала вместе. Все. Поехали вязать. Значит, что теперь делаем? Вяжем. Вяжем и заодно, ну, если вы правильно посчитали середину, у вас вот эти вот клинья все должны совпасть, когда вы будете сейчас вязать. Здесь петелька, здесь петелька. Это все совпадает. Поэтому я и ставила маркеры даже вот для себя, чтобы потом легче было просчитывать уже готовое. Все вытянули и возвращаемся. Я так увлеклась, могу всю подошву на видео провязать. Так, все, вот такой вот сразу, такой вот закругляется мысок. Значит, закончим вот эти вот все дужки-петельки. Дойдем до пятой. Точно так же переходим на пятую. Я здесь к вам вернусь. Закончим пятую, потом закончим верх. Вяжем. Закончили вязать подошву. Дошли вот до края. Что у нас здесь получилось? Вот такое вот дело получилось. Теперь точно так же, как мы вязали подошву, переходим, продолжаем вязать пятку. Так. Так, что здесь? Здесь можно вот сразу под петельку подхватывать и так провязывать. Можно и так провязывать. Я буду провязывать вторым способом. Крайний ряд, который мы закрывали, вот две дужки буду вводить. Так, где мы тут остановились? Первая. Все, вяжем точно так же. Идем в конец ряда. Последние две провязала. Так, следующая петелька. Опять точно так же я ввожу по 2 дужки, вытягивая ниточку, протянула через последнюю, захватила и возвращаюсь в начало ряда. Значит, закончим таким образом пятую. В конце можно сократить ширину пятки с каждого края по одной, по 2 петельки. 1-2 раза можно убавить, чтобы вот это вот количество петель здесь уменьшить. Осталось у меня 7 петелек до конца. Я сейчас по 2 петельки убавлю. Первая на спице. Следующие 2 провяжу просто вместе. И точно так же сделаю в конце ряда.
Потом через 1-2 ряда опять также убавлю по 2 петельки. По одной закрою. Всего будет 2. До 6 у меня было 10. Два раза сделаю убавки и останется 6 петель. Так, 1 и 2. 2 вместе провязываю. Ну и все. И здесь, как обычно, вяжем дальше пятку, довяжем до конца, закроем все петли, потом по всему тапочку наберем петельки, я к вам вернусь, сейчас довяжу и сделаю такую бейку обвязку. Вяжем. Закончила я вязать пятку, вот такой вот тапочек вот получился. Так, что у нас здесь? Сократили петельки. Теперь что я буду делать? Подвязала я коричневую ниточку. В образце, который я вязала, пробник, у меня все связано желтым цветом. Здесь я свяжу бейку немножечко другую. В принципе, я почти каждые свои тапочки заканчиваю такой обвязкой. Более подробно можно в предыдущих видео найти. Сейчас что сделаем? Значит, по всему следочку наберу петельки вот под каждым верхним рядом, вытаскиваю ниточку, петельку, наберем на 4 спицы, я наберу петли, первый ряд коричневым провяжу все изнаночными, потом перейду на основной желтый цвет, провяжу где-то сантиметра 3 лицевыми и с изнанки потом примонтирую. Как я уже говорила, у меня предыдущее видео я все там подробно более показывала. Поэтому, значит, набираем сейчас петельки. Первый ряд вяжем изнаночными, остальные лицевыми. Или же, кто хочет, можно просто это вязать пару рядов крючком, все пройтись. В общем, ну просто вот эта вот обвязка, которую я делаю на следках, своих тапочках, она хорошо держит. Вот и сидят они хорошо. Не знаю, мне очень она нравится, очень удобно. Так, все понятно. Набираем вот петельки и провяжем 3 сантиметра. Потом примонтируем. Вяжем. Так, значит, продолжаем. Что я сделала? Довязала вот эту вот обвязку, как я уже говорила, можно посмотреть в предыдущих видео, как мы ее монтировали. Провязала 3 сантиметра, перегнула и закрепила по изнанке. Теперь по второму тапочку, как мы вяжем второй тапочек, сейчас немножечко пройдусь. Смотрите, вяжем все точно так же, как вязали первый тапочек, только первую часть мы провязываем все однотонным цветом. Все точно так же убавили, добавили петельки, провязали среднюю часть, опять убавили по 2 петельки, набрали петли, перешли на вот эту вот боковую часть, и эту боковую часть мы будем вязать узором. Значит, узор точно так же все. Вот смотрите, эта схема у меня была правой, вот мы уменьшали. Теперь я положила на стекло, на окно, и также крестиками перенесла, и получился левый. Все точно так же. Можно смотреть на эту сторону и точно так же вязать по второй стороне. Сейчас я начну, чтобы, если кому непонятно, начну начало вязать, а дальше уже довяжите. Вот что мы сделали. Набрали мы петли. Вернулись с начала ряда. 5 петель. Последние 5 петель опять возвращаемся. Провязали 5 петель. Точно так же, как было в начале. Точно так же все по первому следочку провязываем второй. Теперь начинаем вязать узор. Значит, что у нас здесь тогда идет вот по схеме? 3 желтых, коричневые, и 2 мы прибавляем.
одну коричневую, одну желтую. Сейчас посмотрю, как это у нас будет. Я просто сама еще его не вязала, этот правый. Так, раз, два, три. Три желтых. Теперь у нас три коричневых. И одна желтая. Раз, два, пять петель провязали. Теперь мы добираем две петельки. Одну добираем коричневую и одну желтую. Возвращаемся обратно. Так, следующий ряд. Следующий ряд у нас начинается 3 коричневых вместе с кромочной. Раз, два, три. Далее 3 желтых. Раз, два, три. И теперь у нас должно быть 3 коричневых. Одну провязали и 2 коричневых добираем. Возвращаемся обратно. Просто у вас по длине тапочки могло быть другое количество рядов, поэтому тогда вот этот вот узор у вас будет другим. Если у вас было меньше или больше количество рядов, чем у меня, тогда здесь уже будете вязать, соответственно, так как у вас идет рисунок. Вот так вот. И точно так же сейчас доберем все петельки до 23, ширину эту всю поднимем петли и провяжем нужное количество рядов. Сколько мы здесь до убавок вязали рядов, точно так же провязываем. Одинаково вяжется, как первый тапочек. Единственное, что узор я здесь сделала с правой стороны, а здесь сейчас буду делать с левой стороны. Так, что у нас дальше идет теперь? Следующий ряд. Так, белая. Средняя у нас будет одна коричневая, одна на спице, одна коричневая. Далее, раз, два, три, четыре, пять белых. Раз, два, три, четыре, пять. Пять белых, одна коричневая. Ой, белых, ой, боже мой, пять желтых. Одна коричневая, пять желтых, одна коричневая. И что дальше у нас? Добираем. Три желтых. Смотрите, последнее провязываем одну желтым. По узору у нас 3 желтых идет. Значит, что мы делаем? Еще 2 добираем. Нам 2 нужно было добрать. Вот мы их добрали. Вяжем по узору, которые, получается, нужно добирать. Тем цветом мы и добираем. Вот еще раз так положу. Можете заскриншотить. Это у нас левая часть. Левая половинка. Кому так удобнее. Так, все, добрали 2. Возвращаемся обратно. Следующий ряд. Одна на спице, одна коричневая. Опять идем 5 желтым. Вяжем точно так же. Это у нас второй ряд ромбика нашего. 5 желтых, 1 коричневая, 3, 4, 5.
Одна коричневая, где она? Вот она. И теперь у нас вместе с подъемными двумя петлями будет 5 желтых. Раз, два, три. И 2 поднимаем. 4, 5. Все, набрали. Возвращаемся в начало ряда. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. Опять продолжаем, вяжем все по узору и добираем по 2 петельки. Первая на спице. Раз, два, 2 коричневых, 3 желтых теперь. Три коричневых. Раз, два, три. Три коричневых, 3 желтых опять. Раз, два, три. 3 коричневых. Что у нас здесь остается? 1 петелька, провязываем ее коричневой, и 2 петельки добираем, как делали в предыдущих рядах. Все по узору провязали. Возвращаемся обратно. И так далее. Будем добирать по 2 петельки по узору. Провяжем точно такую же всю длину, как вязали до правую часть. То есть. Вот, он расширяется, все точно так же, такой же самый у нас будет, такая же самая половинка. Еще раз, значит, что мы сейчас, девочки, делаем? Довязываем, добираем по 2 петельки эту сторону, заканчиваем, переходим на подошву, довязываем тапочек точно так же, как мы вязали правый, опять я третий раз повторяюсь. Все, заканчиваем, закрываем все петельки. На этом сегодня все. Видео и так очень длинное получилось. Всем спасибо за внимание, за просмотры. Я скоро к вам вернусь. Увидимся. Всем пока-пока.